Вокальный ансамбль «Казачья воля» поддерживает традиции, обычаи в праздновании православных праздников. Сегодня, в канун масленичной недели, ансамбль подготовил для вас музыкальные поздравления на тему «Масленица пришла». Ну а что такое масленица? Масленица – это шутки, смех, веселье, пляски, катание с горок, в конце концов. А сегодня это у нас какой день недели? Суббота! А песня-то называется «Субботея». Встречаем! Выступала только что на этой прекрасной сцене гостеприимства.